Быстро. Слушай, ну блин, ну мы же не в детском садике. Куда ты пошел? Установлен регистратор. А то он передачу включил. Ну сейчас служишь? Да? В опер. Там оперуполномоченный также. Хочешь решаем? Да конечно. Все, решаем. Короче, смотри, решаем так. Я вам предлагаю поставить сейчас авансом нам палец вверх. И если вы не подписаны на наш канал, подписаться на него обязательно. И оставить комментарий. В процессе просмотра этого видео обязательно по каждой из возникших ситуаций в нем пишите комментарии свои. Чем больше вы их напишете, тем лучше будет продвигать YouTube наше видео. В общем, расклад следующий. Сюда подъехал чувак вот на вот этом вот ланцере. Мы сначала подумали, таксист там, навигатор висел. В общем, что он вышел из машины, идет, и мы поняли, что он в такую говнину. И думаем, обалдеть, клиент нашелся. Поехали, выйдем. Заводись. Поехали на трассу, выйдем, и видишь, он сейчас поедет. Давай. Чтобы не привлекать, давай выйдем туда. Сейчас он поедет. Кафе Рица. Вот Рица. Вот сейчас МП будет проезжать скоро. Военный городок проезжает уже. Остановку. Мы сейчас вот едем за ним. Вы лучше отреагируйте. Вот, да, открой окно, тормози. Ребята, пьяный водитель, быстро. Еду. Давай. Главное, смотри, как его остановят, сразу же я выхожу, понял? Да. Не подходи пока. Добрый вечер вам. Здравствуйте. Можно ваше водительское удостоверение в связи с регистрацией? Готовы. Сейчас побежит все. Куда? А, меня даже знаешь? Конечно, знаю. Ты посмотри. Я даже знаю не только тебя, а кого еще? Кого? Да, на сторону. Документы ваши выставляют. А? Кого еще знаешь? Да тут как смотрю. Твоего друга. Какого? Ну какого друга? Что ж ты в таком состоянии катаешься? Кто? В каком? Ну, ты трезвый? Да. Документы ваши, давай. Вадим, ну говори, да ты говори сотрудникам. Ты сначала документ давай сотрудникам. Да подожди, сейчас все дам. Нет, да ты скажи. Мы все поговорим, еще много времени будет. Вадим, документ ваш, товарищ. Сейчас я дам вам, подождите. Мне сначала дайте документ. Но лицо у тебя знакомое. Мы же... Ну что мы? Знакомые с тобой. Так, как? Ну просто лицо у тебя знакомое. Ну у нас общая компания с тобой. Общая компания с тобой? Это какие? Зачем занимаешься?
Ну скажи, какие компании? Блин, ты что, не помнишь? Что? Да не помню, но скажи. Ахуй, вот откуда я тебя знаю. Давай документы. Да, я его очень хорошо знаю. Давай помнишь, документы. Понял, я тебе понял, откуда я тебя знаю. Вот это. Давай документы. Да, я понял, давай документы. Я все, откуда я тебя знаю. Все. Ты пьяный ездишь. В смысле? Ну ты сейчас трезвый. Ну да. Ну да. Ты кому врешь? Ты понял, про кого речь? Да я понял, про кого. Вот это. Нет, нет. Я в шоке. Все, вы занимайтесь. Точно. Ты понял, вот что? Это ты я понял, тебя да? вспомнил, да? Вот это я, честно говоря, в шоке. Да, если, да. Ну, очень. Да вы занимайтесь, таком. Давай, все, документы ты давай. Документы достаньте, ради бога. Ты у нас да, сотрудник. Вы потом наговоритесь, пожалуйста. Нет, достаньте. Не сотрудник. Давно уже. Уже нет. Не сотрудник. Давно. Просто, насколько я помню, ты вроде сотрудником раньше был. Ну, был, да. Был. Охереть, слушай, а я думаю, лицо знакомое. Да ты давай, это сотрудники давай, тебе обратились. Давай, время теряем, у нас ДТП очень много по городу. Давай документы, пожалуйста. Вот это просто атас. Здравствуйте. Ой. Здравствуйте. Охренеть. А то он передачу включил. Тихо. Нарушил? Браслеты, да, он есть. Ничего. Это для вашей безопасности. Ключи забрали. Это для нашей. У вас есть документ или нет документа? Что? Ты чего? А ты чего? Ты давай, ты не шушукайся. Ты давай лучше документы. Вадим. Сотрудникам. Да блин, ну мы же с тобой почти. Блин. Что? Ты лучше вон отдавай документы, сейчас оформлять тебя буду. За что? За пьяную езду. Ты че, Вадим? Чего? Иди сюда. Куда? Тебя сотрудники ждут. Слушай, ты вообще. Я когда, честно скажу, ты к Рице подъехал. Ты крица, когда подъехал, я еще думал, лицо какое знакомое. Ну ладно, думал таксист. Ну... Когда ты вышел из машины, я просто охерел. Ты просто дрова. Братан, вас как зовут? Ты же сам понимаешь. Давай, давай, ну ты не отвлекайся. Как давай. Вас зовут? Не отвлекайся. Максим, можно ваш документ? У меня один мат. Свидетельство, будете проходить? Если надо, ну а что делать? Владимир Юрьевич, вы поприсутствуете? Да, конечно. Запросто, с удовольствием. Все, присутствие понятых отстраним из управления, предложим пройти свидетельство состояния алкогольного опьянения с помощью прибора. Допустимая норма 0,160. Также будет вестись видеозапись. Все. Что? Документы нашли? Да, я им передал. Ну, все супер. Нет, все. У вас все есть? А? Поговорим. Поговорим? А? Поговорим. С дежурной частью? Да, конечно, нужно. Давайте поговорим. Вот, вот он. Подходите сюда. Пытался свалить по-тихому. Слушай, ну блин, ну мы же не в детском садике. Куда ты пошел? Установлен регистратор, да. Да нет, подожди. Да и не надо никуда уходить, пока. Пока. Все, здесь стоять. Присядьте машину. Как вас зовут? Как вас зовут, Максим? Максим, мы боимся, что ты быстро бегаешь. Максим Анатольевич, пожалуйста, на капот все же поставил, находится. Положите, пожалуйста. Ну все, сюда, на капот, пожалуйста. Да лучше ничего. Сейчас все нормально. Трезвый говоришь. Ну все, сейчас продует и дальше поедешь, и все хорошо. Ну, что? Что? Ну, ты же меня знаешь. Ну, я ж тебя знаю. Еще это вдвойне удивительно.
Зачем? Он так обрадуется, он просто охереет, когда он об этом узнает. Что, давай. Зачем? Да, вопрос ребят, к тебе, зачем? Давай. Максим Анатольевич, присаживайтесь. Ты думаешь, Саша себе такого позволит? Лев, что? То, что ты себе позволил. Что? Нет, Саш, ты, нет. Нет, конечно, Саша, да. Ты говоришь. Нет, ё, блин, ну ты понимаешь. Да я понимаю, но нахер. Ты приехал. Зачем это все? Вот если бы, понимаешь, если бы приехал трезвый, все было бы нормально. Куда мы с тобой даже не встретились. Ну вообще за рулем бы ездил бы. Нет, значит, приехал. Куда? Ну, приехал в Риццу-то сначала. А тут потом поехал. Мы же оттуда тебя отпасли. А где машина? Да, да, я тут не машину. Да. Садись, садись. Вы тогда слышишь? Давно? Сегодня, а ты просто главное. Смотрел. Главное, так, да, вот у меня вопрос, не сегодня. Искал, подъехали. Осматривал. Да, он подъехал, да. Осматривал автомобиль. Да, внимательно. Да, смотри, так ощущение, что сегодня. Да, такое просто ощущение, как будто сегодня. Все, такая. Передаю вот пост Алексею. Все, у нас новая камера. Ближе, ближе. Что зачем? Зачем не мне вопрос, зачем? Зачем? Послушай, да, говорю. Максим, ну, что ты хочешь сказать? Ну иди ты сюда, рассказывай, давай. Да иди не, сюда, я... давай, Алексей, иди сюда. Рассказывай. Так что, не отвечай? Вадим, я ж тебе. Я ж тебе заставляю бумагу. А, понял, понял. Естественно, все будет. Слушай, там, вижу обращение. Как? Что? Ну, главное, я понимаю, но блин. Блин, я их. Блин, не знаю. Ты поможешь мне. Ну выручить, я не знаю. Чем? Я могу тебе. Я тебе. Знаешь, как мы, смотри, мы что сделаем? Наша юридическая компания «Право на защиту» сейчас бесплатно окажет услуги юриста, защитника. Мы полностью соблюдем все его права. Я тебе окажу бесплатную юридическую помощь, чтобы никак, никаким образом невозможно было оспорить этот протокол административный. Присаживайтесь. У нас с вами много времени еще будет. Да я вас попрошу, можно, нет? Я вас прошу, присесть в машину. Пожалуйста, присядьте в автомобиль. Я вас попрошу на минутку просто. Присядьте. Присядьте. Самое главное, есть плане сотрудников дачи. Да нет, зачем? Понимаешь, потому что это уже... Вадим, да нет, я просто... Времени будет много с сотрудниками, побеседовать с сотрудниками. Мне не нужен, зачем мне Вадим Юрьевич, я с вами хочу побеседовать. Да вы уже и с ними, и с нами хотите побеседовать. Присядьте, пожалуйста, потом автомобиль вам расскажет уже, как это все будет. Я понимаю, что там камера снимает, я просто с вами хочу побеседовать. Да мы с вами наговоримся еще, я вас прошу пока по-нормальному присесть в автомобиль. В смысле по-нормальному? Я вас прошу присесть в автомобиль. Я вам сказал, сейчас будет проходить процедура свидетельства на состояние алкогольного опьянения. Так, каким образом? Таким образом, с помощью прибора алкотектора. Так. Дальше инспектор составляет материал, он вам все расскажет. Все увидите, все узнаете. Присядьте, пожалуйста. Вы взрослый задавайте человек. Задавайте вопросы, да. Да, взрослый, все, конечно. Взрослый, пожалуйста, человек. Зачем младшим, 10 раз просить? Давай. Ну что, мы бегаем, правда, за вами. Вы где-то прятаться начинаете за газами. Смотрите, за газами, ну хоть, да. Если хотели по нужде отойти, могли бы попросить. Ты работаешь еще? Блять, нет, не нужно. Работаешь? Не нужно. Ну слушай, ну, Лех, ну выключи. Это, ты работаешь? Правда. Служишь? Братан, ну я же тебе на. Ну сейчас служишь. Да? Ну, в опер. Там оперуполномоченный так же. Пиздец. Ну что, ну это все теперь. Ну ты понимаешь, что я тебе что, я тебя залил в горло, посадил за руль и езжай. Нет, я все понимаю. Да ну, что ты понимаешь? Тем более, едь еще.
Здорово, здорово. Это просто... Парни. Давайте что-нибудь... Порешать? Давай... Давай, мы сделаем исключение, мы с тобой решаем, короче. Решаем. Смотри, знаешь, как решаем, смотри. Решаем. Все, ты как, ты хочешь, решаем? Хочешь, решаем? Да, конечно. Все, решаем. Короче, смотри, решаем так. Тебя сейчас освидетельствуют. Продуваешься. Да, да не надо, так надо. Послушай, что, да это не нормально решало. Это... А тебя, там смотри, немножко... короче, ты дунешь, установят, оформят и уволят. Правильно? Расклад такой? Сейчас ты трезвый, правильно ты сказал? Трезвый. Давай, вот это лучшее решение вопроса. Вадим. Ты меня понимаешь, да? Ну, зачем, ты меня зачем тоже понимаешь. Это все? Зачем? Я согласен. За это сейчас быстро даже закончится. Ты сейчас дунешь, оформят. И все хорошо. Блин, ну ты же понимаешь. Я же так понимаю тебя. Ты меня понимаешь? Почему ты думаешь, я тебя должен понять, а ты меня нет? А в чем? Мы же с тобой не просто... Мы не просто... Не знакомые. Не, мы просто знакомые люди, правильно? Да. Ладно, ну все, ну что ты? Ну это бесполезно. Это бесполезно, сразу тебе говорю. Будет таким образом. Тебя сейчас освидетельствуют, установят опьянение, тебя уволят из органов. Вот такой расклад. Ты сам в этом виноват, не я. Да он оперуполномоченный. Ты по наркотикам, не помню. А по угонам ты, по угонам. Ты же по угонам работаешь. Точно, все, я вспомнил. Все, я теперь все четко вспомнил. Ты работаешь по угонам. Ну ты же, знал прекрасно, что он ловит пьяных за рулем, правильно? Да все это я знаю, ну а как что? Как не, мы, что пьяный ездит за рулем? Мы это все понимаем, да, да. Но я да Вадиму как, знаю. Что понимаем? Знаю я его не понимаю. Друга. Знаю его друга. Ты ездишь пьяным. Слушай, прикинь, это вообще жесть. Я его знаю друга, и которым мы, у нас общие знакомые, мы вообще как бы чуть ли не вместе. Батнов, да? Но, блин, Саша. Я вообще не знаю. Я говорю, блин, давай режим. Это да, нормально. Как ты, да, как ты можешь пьяным садиться за руль, зная Вадима? Ты представляешь? Ну как ты? Да. Вот я сам в шоке, как так получается? Ты такая хуйня. Я не думал, что сам... Где работаешь? Да в Ленинском. Я опером работаю, да. В Ленинском опером? Ё-моё, да это вообще... Да. Если сейчас уволят меня, нахуй, это все. Это я нахуй. А как ты мог? Сегодня же день полиции, такой знаешь праздник. Что? Так ну не пьяным за руль, можно было такси. Ты такой простой, ты братан. Вот, нет, ну реально, вот знаешь что, вот, честно, вот грубо говоря, от Березовой рощи до Северной, знаешь сколько стоит доехать? Да недорого. 150 рублей. Недорого, да. Вот ты представляешь? Да не надо об этом. Ты бы сэкономил бы сейчас столько бабла, столько бы времени и все остальное, ладно, понимаешь? Знаешь, дело не в этом. У меня сейчас, ну, мне остается завтра только просто вздернуться. Человек, когда он попадает в какую-то неприятность, когда ты начинаешь пить, человек начинает пить, он себя только гложет и убивает этим. Я не начинаю пить. Я никогда не начинал пить. Ну, а пьяным за руль зачем садишься? Выпил пьяным за руль. А знаешь, в чем смысл? Ну, вот не было такого, чтобы начинал пить. У меня такого никогда не было вообще, чтобы начинал пить. У нас есть водитель, фамилия Скоробогатов Максим Анатольевич. Он управлял тем транспортным средством марки Mitsubishi Lancer. Видите, да? Угу. Вот. В вашем присутствии он был отстранен от управления транспортным средством. У нас есть основания полагать, что находится в состоянии опьянения. В присутствии вас предлагаем пройти ему освидетельство на состояние алкогольного опьянения при помощи алкотектора Юпитер. Угу. Максим Анатольевич. Пройти освидетельство на состояние алкогольного опьянения при помощи нашего прибора. Согласны? Ну, если честно, давайте ему в больницу поедем. А, права и обязанности, может быть, ему тоже разъяснить. Я ему разъясню сейчас. Да, то он сейчас скажет, что не разъясняли. Нет, это я все помню, все разъясню. Вот. Так, ну вы согласны пройти или нет? Давайте. Нет. Господи. То есть тут вы отказываетесь? Да, и, наверное, да мы вместе съездим. Не вопрос. Да. Вы слышали, что он отказывается? Да, да. Теперь в присутствии понятых я разъясняю вам ваши права и обязанности. То, что вы имеете право не свидетельствовать против себя, своих родных и близких, пользоваться услугами правозащитника, ознакомиться с материалами дела, вести переговор на родном языке, обжаловать наши действия или бездействия, судья установит законные сроки. Понятые, слышали? Права и обязанности разъяснены. Да, да. Вы слышали? Да. Слышали. То есть проходите свидетельство, не отказывайтесь на месте. Нет, тут, я говорю, на тут. Месте. Тут, да. Так, отказывается. Все, понятые слышали, да? Да, да, да. На медицинское свидетельство. То есть вы согласны на медицинское свидетельство? Да. Сейчас будет отказ, мы человек выгоним.
до этого времени не выветрится. Два раза продувать. Первый раз, а потом второй раз через 20 минут. А, кстати, куда вы возите здесь? Или туда у нас 121-40, да? Понятно. Вот тут все главное. Все, отказ. Угу. Все, сейчас чек выйдет. Отказ, что? Нет, то, что на месте вы отказались. А, да, да. Вроде медицинская свидетель больницы согласен. Да. Пишешь согласен. Как это слово? Пиши слово согласен. Так, а мы подъезжаем к медицинскому учреждению, где будут Максима освидетельствовать. Решение по нему руководство или суд? В зависимости от ситуации. Ну, то есть он будет в любом случае, я так понимаю, Воля? Или все-таки есть шансы, что он останется? Я думаю, шансов нет. Шансов нет, я понял. Скажите, а это нормально для сотрудника? То поведение? Ну, как которое... думаете, конечно, ненормально. Ну вот, почему просто? Я понимаю, руководство подставляет вот, своими действиями. Просто недоработки? Или просто никак нельзя человеческий фактор повлиять? Можно всегда повлиять. Все зависит от человека. Я согласен. Ну, я просто так получилось, что я его лично знаю. Вот, и я был удивлен, честно говоря. То, что вообще когда-нибудь нас так жизнь сведет. Так бывает, да. В общем, подъехало его руководство. Вот, мы видели общение с ним. Ну, значит, медицинское свидетельство не было проведено. Состояние опьянения установлено. 0,87 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Это практически почти 2 промилле, там 1,9 примерно где-то промилле. Это просто ну, сильное алкогольное опьянение. Но я надеюсь, в ближайшее время его уволят. Таких сотрудников не должно быть в органах внутренних дел. Они позорят честь мундира. Если вы поддерживаете наше движение, ставьте пальцы вверх, комментируйте, не забывайте подписываться на наш канал и ждите новых выпусков. Всем пока!